Итак, совет от старого мастера вольной борьбы Юра Ягудаев. Юра, скажи, из Дагестана. Но мы 76 лет. 76 лет, но мы в Бершеве, в Израиле. Юра, скажи совет молодым борцам. Я хочу посоветовать всем тем ребятам, которые занимаются вольной борьбой, следующее. Сейчас, в настоящее время, есть очень много приемов вольной борьбы. Но, чтобы победить, необходимо знать несколько приемов со стойки, чтобы ты мог его делать только так. Чем можно быстрее и классно, ты должен его отрабатывать. Максимально 3 приема. И партии тоже 3 приема, чтобы ты его мог делать только так. И все будет хорошо, все будет нормально. 2-3 приема со стойки и 2-3 приема партии. Желаю всем удачи и добра и мира всем. Мы вольную борьбу обожаем! Ура! What?